этот раз мы решили не останавливаться в отеле, ну, сэкономим время, поэтому выехали очень рано, ехать 12-13 часов, в зависимости от того, сколько тратить на остановки. Едем до Аризоны. Друзья, мы приехали. Так быстро доезжаем. Я YouTube там что-нибудь смотрю, слушаю что-то полезное. Посплю два раза. Раз уже и приехали. Опять тут красота. Распустились вот такие цветы по всему комьюнити у нас. Вот эти кусты цветут. Друзья, всем привет! Мы поехали в магазин, переночевали. 2 недели мы будем в Аризоне. Слушайте, вот эти брючки себе оставила. Вот такие, видите, широкие. Они как будто юбка-брюки. Смотрите, как смотрится классно. С этой красной кофточкой, темно-синий цвет. Так комфортно вообще. Хоть в горы иди, в хайк в них. Настолько удобные. Так, сейчас надо в себя прийти, потому что новый переезд опять, знаете, как новая жизнь, что ли сказать. Потому что все раскладываешь, складываешь все вещи, в новый график вливаешься. Мне все равно день-два надо на то, чтобы в себя прийти. Вот такое колье красивое купила. Мне так нравится, я давно мечтала купить. Вот это как то ли горный хрусталь, то ли чешское стекло. Так красиво с замшей. Смотрите, так переливается. Вот, то ли бисер просто. Все так же, ничего не изменилось в комьюнити, только природа стала немножко другая, расцвели цветы другие, кактусы необычные опять появились. В общем, все стабильно. Пришли в местный магазин, Starbucks тут, еда готовая, кактусы кругом. Скупили в магазине все необходимое. Ну так, заморозки много купили, потому что все равно в рестораны будем ходить. Все, друзья, съездили в магазин. Хотела на велике сегодня поехать, но думаю, нет. Сегодня у меня будет ленивый день. Сделаю сейчас видео. Полежу. Короче, поленюсь сегодня. Тишина, красота. Смотрите. С дерева вот это вот нападало все. Надо это все убирать. Бобы какие-то непонятные. Мексиканцы, может, едят такое. Я в магазине видела у них. Потом у нас такие штуки выросли. Мы с Риком в шоке. Сейчас я вам покажу на участке. Я вышла, думаю, что такое? Это за 3 месяца такая ерунда вымахала. Не знаю, как их назвать. Трубы, пикули. Вот такая одна, но тут она не очень. Вот эти вот кусты. Господи. Не кусты, а как их? Кактус, кактус. Забыла даже, как называют. Вот они такие трубы выпустили. Потом вот здесь, помните, мы уезжали, здесь были цветы 3 месяца назад. Юля как раз 15-го. Мая мы уехали, и вот вместо цветов вот такие штучки сейчас на кактусах. Это что за дрянь летает? Тарахтит. Вот видите, вот мексиканцы их едят. Все вот это едят. Вот этот ужас. Трудно даже представить. Так, потом что вам показать еще? Травы нету, вот все щебенка, так хорошо, ничего повод не надо, стричь не надо, мне это очень нравится от колибри, птичечка, красоточка, каждый раз новые цветы, вот сейчас приехали, вот это тут все цветет, вот такие кусты. Так, идем на участок,
никогда тут не заходила. Как тут у нас открывается-то? Первый раз захожу. А, вот так вот как-то интересно. А, смотрите, как интересно сделано. Если в эту сторону надо открыть, эту половинку поднимаешь. Если в ту сторону, вот ту. Раз. Поднял. Закрыл. И она туда не будет открываться, потому что та зафиксирована. О, так у нас антенна есть даже для телевизора. Я даже и не знала. Что-то я тут никогда не ходила. Первый раз иду. Вчера такой дождь был вечером. Мощный. Рик тут сливы чистил сразу же, как приехали. Вот вы посмотрите. Ой, кто это пробежал? В куст. Ой, кто-то большой. Так, сначала проверим обстановочку. Так. Обстановочку проверим. Кто-то пробежал большой. Надо с палкой выходить. Вот так сюда. Пробежал. А, ящерка, наверное. Знаете, у страха глаза велики. Мне она показалась большая. Вот вы посмотрите, что какие дуры выросли. Вы представляете, это за 3 месяца и везде по комьюнити вот такие палки вымахали. И видите, они уже высохли, и мы не знаем, что на них было. То ли цветы. Вот видите, желтые такие остались штучки. Вот это вот. Что это такое? Цветы высохшие. Интересно, как это выглядело. Видимо, белые какие-то цветы были. То ли они сейчас сами отвалятся, то ли нам их убирать надо. Но это же, вы представляете, за 3 месяца выросли, отцвели и уже засохли. Мы вышли вчера-то. Ёпарасоте. Вот это да. Так, вот эти тоже отцвели. Это все пропустили мы, как раз уехали. И вот такие шишечки остались. Так, колибри все съели или выветрилось, не знаю. Вот видите, вот эти вот кактусы. Тут что-то как будто бы умирать собрался. И вот он тоже, да, выпустил вот такую штуку. У него корявая какая-то, но не важно. Вот это вообще помер. Его выкапывать. Ого, кто тут бегает? Кто тут бегает? Вот, видите? Ящерицы вот такие. О. Ой, мне они такие здоровые показались от страха-то. А так-то что, обычные? Вон в Мексике эти вараны. Слушай, вот этот помер. Не выжил. Так что вот, дожди тут поливают все. Мы как сколько бы ни приезжали, всегда дожди были. И вчера такой хороший дождь прошел. Рик хочет вот это убрать и сюда постелить вот эти плиты, чтобы было больше места. Но в будущем мы будем этот дом продавать. Он большой хочет покупать. Когда уже переедем на пенсию, он уйдет, будем продавать его. Ну, мне нравится этот домик очень. Он, конечно, небольшой, но уютненький. Все промокло вчера. Все подушки, вроде бы они водонепроницаемые, а все равно там вода, видите, скопилась. Сушить их надо.